22 марта. Рагу овощное с фаршем. Пожрем. Пожрем, пожрем. Не хватает что-то. Угу. Не хватает морковки по-корейски. Прям вот так вот. Вот сюда прям не хватает морковки по-корейски. Хотя морковь была вареная здесь, но тут нужна по-корейски. Теперь нормально. Так как я уксуса переложил туда, теперь ее в пищу добавляю. Но зато она не прокиснет уже у меня. Всем здорово, ютаберы. Да, возможно, Иванович, возможно. На прогулку, возможно, пойду, просто не знаю, буду включать, не буду, не знаю. Горчица не нужна, хотя у меня и горчица тоже свежая есть, термоядерная, которая 2 дня назад. Тут сама морковь такая кислая. Да и вот это
Кто знает, подноготную, что было вчера. Я вчера картошку же пытался делать в панировке. Но в панировке в сухарях. Ну, чуть-чуть неправильно сделал, и все запоганило. Чтобы не пропал картофан, я с него рагу сделал. С этой панировки. Рагу овощное и фарш туда добавил. Да, вот кто был вчера на стриме, они в курсе, что было. То есть начиналось все красиво. Но получилось как всегда. Ну, вернее, не как всегда, но бывают такие эксцессы. Зато она не прокиснет. Потому что там 1,5 стакана уксуса. Теперь у меня 3 блюда есть полезной пищи. Борщ есть, гречка по-купечески есть и вот рагу. Разносолье ПП еды. Хотя кто-то вот это считает не ПП еда, но по мне это ПП еда по сравнению с теми же, например, котлетами по-киевски. Это далеко не ПП. Котлет по-киевски есть тоже не так просто. Видите, сколько там масла? Далеко не ПП еда. Гречневый суп. Ну, как сказать, люблю, но периодически практикую, из-за того, что он легко делается. То есть, я туда даже, бывает, и картошку не кладу. Но готовил не раз, потому что это просто очень. И ем с удовольствием, ел всегда. Единственное, другие в гости, ну, другие люди, если заходили в гости, то они такое не ели. Они говорили: бе, как это вообще можно есть? А мне за счастье было. За счастье почему?